сходи. Так, значит, у нас по заказу, опять по просьбе людей, покупающих костюмы с аппендикса, нас попросили еще раз сделать один ролик, чтобы показать, как правильно жгутовать костюмы с аппендиксом. Значит, здесь в комплекте идет вот такая вот резиночка, хорошо ее видно. Это самостяжная резинка, достаточно прочная, эластичная. Вот, перед началом жгутовочки вы кончики ее распределяете примерно вот в такое состояние. То есть один кончик подлиннее другого примерно, ну где-то, может быть, на треть, на две трети. Вот, резиночку одеваете на руку, чтобы она у вас вот в таком вот положении находилась, и начинаете производить жгутовку костюма. Значит, часть первая. Это нужно части аппендикса по краю выровнять. То есть они у вас выровнены по краям. Дальше что вы делаете? Вы начинаете с любого края, какого вам удобнее, производить такую вот сборочку. Тоже краешки остаются ровненькие. Вот, а сборочка происходит уже непосредственно в гармошечку такую. То есть после того, как вы собрали, у вас вот такая вот получается конфетка. Значит, удерживая эту сборку основания, вы переносите кольцо на жгут. Перенесли и затягиваете поочередно кончики. Вот, затянули кончики. Получается, неважно в каком положении у вас, сверху или снизу будут эти кончики, главное, что вы перенесли затяжку как можно ближе к основанию костюма. Здесь японцы, допустим, говорят, они говорят, вот этого вполне достаточно, костюм не протечет. И так действительно и происходит. Но для надежности все наши водолазы, дайверы, вот, они производят дожгутовку вторичную. Что они делают? Они располагают кончик этот вдоль сборочки. И после этого длинным концом производится еще одна закрутка. Ну, где-то 3 примерно оборота. После этой закрутки получается вот эти два кончика, они что? Фактически одинаковой длины. И вы их просто-напросто завязываете. Делаете одну утяжку, завязываете и делаете вторую. Вот. Все, резинка после этого распустится достаточно легко. Все, после того, как вы собрали, вы этот элемент располагаете, как правило, в правую сторону, ручки распусти. Вот. И производите застегивание собачек. Вот, чтобы собачки удобнее застегивались, на них обычно навешивают здесь петельки из веревочек. Вот. После такой вот жгутовки эта штучка располагается слева. Немножко она некомфортна, для начала кажется неудобно, потом к этому привыкаешь. То есть вот, вот это вот вся фактически последовательная жгутовка костюма. Вот, ну ее достаточно легко осуществлять самостоятельно. Здесь после этой жгутовки образуется карманчик. Некоторые докладывают сюда довески, груза. Вот. И таким образом вот произведена. Комфортно в костюме? Угу. Комфортно. Ну все, сейчас будем подготавливаться к нырянию.